Следующим на эту сцену выйдут местные ребята. Команда будет по скрипту «Город Красноармейск». Вниманию представляется придурок. Ты что так вырядился, а? В смысле? КВН! Надо народ удивлять. Народ и в террариуме будешь удивлять, понял? А тут своим зверинцем ты никого не удивишь. Ну да, Красноармейск. Так, все, ребята, собрались. Сегодня важная, ответственная игра. Сюда приехали команды. Из Москвы. Мытищ. Со всех больших городов. И мы пришли сюда. Так что? Отстань от ведущего, иди сюда. И мы пришли сюда. За победу! Ну да, ну да. Команда по скрипту, мы начинаем. Дорогие друзья, мало кто знает, что солистка группы «Город 312» в своей песне выразила всю свою ненависть к продюсеру. Что Россию выгнали из саммита «Большой восьмерки». Итак, представьте, библиотека, Есенин, Владимир Путин. Утром в женом закуте, где златятся рогожи в ряд, семерых ощенило... А многие из нас студенты, и как известно, ну, студенты не самые богатые люди. Итак, представьте случай в общежитии. Давай, сейчас девка мышь кинем, короче, угорать будем. Мышь! Давай! А сейчас представьте, ну, самый глупый грабитель. Так, это банковский счет, вот, да, господи, ну, сколько раз он говорил, да, ну, счет. Деньги в сумку! Ну, что я не так, ну, постоянно, ну, вот это... А в наш следующий миниатюр мы бы хотели вам... Вань, стой. Что? Мне плохая новость. Что такое? Знаешь, я ухожу из КВН. В смысле? А как же наша команда, Шан? Да ладно тебе, одним больше, одним меньше. А всегда твой, Шан. Да я уверен, ты справишься. Ура! Наконец-то настало мое время. Че говорить? Так, а ты кто вообще? Это Настя, она играет с нами. Ваня, ты знал, что женщина на корабле это к несчастью? Шан, женщина в Германии к несчастью. А у нас все нормально, удивляй. Все мы в школе увиливали от ответа у доски, а в Красноармейске бывают отдельные случаи. Сардарян, выходи к доске. Ну, Светлана Петровна, ну вчера был, ну... Сардарян, выходи, я тебе двойку поставлю. Рассказывай определение. Ну, эллипс это... Ну вот опять ты ничего не учишь, из урока в урок. Ну как так можно относиться к учебе? Рассказывай своими словами. Я тебе только не знаю, когда мне пиздец хорватский. А мы как не... Итак, представьте, шоу «Кто хочет стать миллионером?» Финальный вопрос. Парень воспользовался подсказкой «Звонок другу» и позвонил своей девушке. Лена, я тебя умоляю, Лена! Лена, пожалуйста, когда закончилась Первая мировая война? Лена, отвечай! Лена, 3 миллиона, Лена! Лена, 3 миллиона! Мать спроси, Лена, гугли! Мать спроси, мать взяла, мать знает, Лена, я тебя прошу! Лена, отвечай! Ну что ты орешь? Я на тебя потратила...
Ну что ж, время вышло, ваш ответ. Что это? О, Господи, звонок в студию, впервые в нашей программе. Алло, здравствуйте. И не надо сбрасывать трубку, пока я не договорю. Ну что ж, дорогие друзья, а для следующей миниатюры мы хотели бы позвать на сцену одного из членов жюри. Леночка, пожалуйста, поднимитесь. Давайте поприветствуем Лену. Ну что ж, представьте случай в детском саду. Да, дети, сегодня у Леночки день рождения. И как обычно, мы будем водить хоровод. Так, встаемся в круг, давайте, быстрее, Леночка по центру. Как на Ленке все вместе именины, испекли мы каравай вот такой ширины. Вот совсем что ли? Леночка, прости, пожалуйста, вот уже. Дорогие друзья, ну у Леночки на самом деле сегодня день рождения. Давайте поздравим ее бурными аплодисментами! Лен, спасибо большое, давайте проводим Лену. Дорогие друзья, а вы, наверное, заметили то, что во время нашего выступления по сцене ходила какая-то непонятная кукла. И, если честно, мне тоже очень интересно. Дай мне выстрелить, пожалуйста, не ходи за мной, можно я доиграю? Когда я говорил, ролевые игры, я немного не это имел в виду, понимаешь? Полицейский, там, медсестра. Ну а секрет нашего юмора в том... И Джерри. С вами была команда Квен Подскриптум. Спасибо.